is. Don't move!
Вы находитесь в зоне, содержащей специфическую пластмассу.
другое дело, что найти его очень проблематично. Да и соглашается, говорят. Вот дерьмо. Ну что, меченый, да куда, значит? Молодец. Ну что, дружище, как оно? Как грустно все выходит. Ветераны Чернобыля, вступайте в ряды долга. На нас лежит огромная ответственность защитить мир от растущей зоны. Валя, на пальце ничего. Не печатает. Какие-то проблемы? Не отваливается. Тогда он взял и засунул в аномалию всю левую ладонь. Через какое-то время, говорит, почувствовал не только прохладу, а еще и какой-то прилив сил, какое-то приятное настроение. Тогда он решил, что это источник живой воды. Так и надо было побольше галет. Ведь как знал.
Анархисты и бандиты не остановят долг победоносной поступью, идущей на помощь мирным гражданам всей планеты. Если вы ищете место, где можно перекусить... Сталкеры, если вы ищете место, где можно перекусить и отдохнуть, место, где можно хорошо выпить и поговорить, место, где вам всегда подскажут, как позаработать, подходите в бар «Сто рентген». Мы всегда рады новым посетителям.
теперь я еще слышал. Здравствуй, брат. Говори, зачем пришел. Доктор, совсем спать не могу. Как засну, сразу увидится, будто в саркофаге меня с кучей монстров заперли. О, это вас, судя по всему, контролер предупреждает. Ты чьих будешь? Ствол УНС. Чего стоишь, сталкер? Хочешь пройти, иди сюда. Говорить будем. Нет, вали отсюда по-хорошему. Не надо. До бою! Не надо. А ну, шмыть! Да кто
Вернулся? Неплохо. Хороший товар. Неплохо. Хороший товар. Неплохо. Хорошо. Ну, будет еще? Заходи. Ну, проветришься, заходи. Землянку. Я думал, что у меня башню снесло, блин. Потом не учил мне попросту делать. Но по-прежнему, как вы видите, здесь. И больше никогда уже не рыпаюсь. На что-то его обменял. Только потом я понял, что зря. Что зря я это сделал. Такие редкие вещи не продавать, не менять нельзя. Я Костю. Пришел, значит, сталкер к доктору. Доктор, стрел его и говорит. Отойди-ка отсюда подальше, мужик. А я все равно не понимаю, как оно все в зоне устроено. Ну я что стоишь? Все. Подходи, я не кусаюсь. А мое дело маленькое. С автоматом по болотам бегать. Все течет, все поломалось, и ничего не меняется. Сегодня сидим себе спокойно, водочку кушаем. А завтра переться куда-то надо, материалы добывать.
стреляй по ним, я сбоку зайду. Сюда! Помогите! Оружие убрал? Аптечка есть! На раз тебя вылечу! Thank you.
сбоку зайду. Пацаны, да сладкие, они не ссыть. Куда он проебал? Валить надо его! Вон он, сука! Мы окружаем его! Откуда, блядь, куда-то? Но сверну! Не стесняйся, выкладывай, зачем пришел.
если закинуть станет. Заточить бы пару бутеров. Надо закинуть что-нибудь.
Вот он! Валить надо его! На, блядь! Слушай, ну классно у тебя выходит. Не учатся ничему некоторые, и учиться не хотят. Кино американского насмотрелись или крышу срывает от жадности. Ты ему про аномалии, он тебе про хабар. Ни о чем думать не хотят, кроме бабок. Пока кишки по веткам не разбросает. И никого на горизонте. Вот и ладушки. Вот и хорошо. А колбасу и батоны нынче хреновые стали делать. Опять сапожище хреновые подсунули. Что у них, совсем совести нет у этих? Внимание, выдаю шутку юмора. Один сталкер другому говорит: на днях вот к долгу заходил на огонек. И как? Ну как, должен остался. А потом к свободе заглянул. Ну и что? А мне там говорят: мужик свободен. Чего стоишь, сталкер? Хочешь пройти, иди сюда. Говорить будем. Нет, вали отсюда по-хорошему. Есть что-то, стой. Неплохо. Хороший товар. Неплохо. Хороший товар. Неплохо. Хороший товар. Неплохо. Хороший товар.
Хорошо. Ну, будет еще, заходи.